Краснодарской администрации продолжаются кадровые изменения. Свой пост покинул руководитель Департамента транспорта, Организации дорожного движения и охраны окружающей среды Евгений Калиарополо. Он возглавлял ведомство с 2008 года, был инициатором введения в городе системы транспортных карт, участвовал в эксперименте по оснащению общественного транспорта системой Wi-Fi. При его непосредственном участии была запущена система муниципальных платных парковок. Кто станет преемником Евгения Калиарополо, пока не сообщается.